Привет всем, это героин. Привет, героин. Да, раньше он использовался как лекарство от кашля. Сегодня он используется как лекарство не от кашля. Ну что ж, если вы откроете страницу Википедии с любым химическим веществом, вы почти наверняка найдете какую-то его структурную формулу на этой страничке и, возможно, внешний его вид. То есть какой-то там порошочек, либо жидкость, порошочек разного цвета. Но возникает вопрос, а как, собственно, ученые знают, что вот этот порошочек содержит вещество именно с такой вот структурной формулой? Кстати, об этих веществах. Как именно они все определяют, что именно такая структурная формула, именно такое взаимосоединение атомов? Для этого есть основные четыре метода анализа, которыми мы, химики-синтетики, пользуемся. Ну, то есть как пользуемся? Мы получаем соединения, отдаем их на анализ, нам приходят результаты анализа. Вот сейчас я вам расскажу об этих основных четырех методах анализа и о том, как их мы интерпретируем. Прежде всего, я бы хотел вам кое-что напомнить. Это таблица Менделеева. Вы все ее видели в школе. Данная таблица Менделеева является самой актуальной на данный момент. Она содержит все химические элементы, которым сегодня дали имя, в том числе и последние 114-116. Каждая клеточка – это отдельный химический элемент. В каждой клеточке находится основная информация о каждом химическом элементе, будь то порядковый номер, химический символ, название и его атомная масса. Помните, да, масса? Если нам нужно найти массу не атома, а уже какого-то вещества, нам необходимо сложить массу всех атомов. Угу. Дальше. Вещество, на котором я буду рассказывать обо всех методах анализа, это всем известный этанол, этиловый спирт, который входит в большинство напитков, которые кто-то пьет через день, кто-то по праздникам. На что я хочу обратить ваше внимание в этаноле? Во-первых, в нем два атома углерода, да, С, один атом кислорода О и 6 атомов водорода H. Масса этой молекулы равна 46. Это будет важно дальше. Первый метод анализа, о котором я вам расскажу, это элементный анализ. Собственно, сам прибор для этого вида анализа выглядит так, как показано на картинке слева. Это такая печечка, в которую мы загружаем вещество, очень мало вещества, порядка 3 мг. Оно там сжигается, претерпевает, ну, продукты сжигания разделяются, анализируются. И то, что мы получаем на выходе, то, что я вот сдал вещество на элементный анализ, и мне приносит бумажечка, на которой написано буквально следующее. Пока ничего не понятно, но будет все понятно, если мы добавим заголовки для этих столбиков. Итак, мы помним, что этанол – это C2H5OH. Почему здесь нет О? Дело в том, что с помощью элементного анализа нельзя определить содержание О кислорода напрямую. Можно только по разности 100% и суммы массовых долей, собственно, самих вот этих элементов, которые определяются. Ну, в данном случае можно посчитать, что массовая доля О равна вот такому числу. Итак, мы уже знаем, что исследуемое нами вещество содержит три типа атомов, три элемента – С, H и О. То есть его формула можно выразить приблизительно вот такой вот схемкой. Мы не знаем, чему еще равно X, Y и Z, мы знаем только их массовая доля. По формуле, которая обычно изучается в 8 классе средней школы, мы рассчитываем, что соотношение количеств атомов в этой молекуле, которую мы исследовали, равна 2 к 6 к 1. То есть простейшая формула этого вещества – это C2H6O. Здесь есть две проблемы. Первая проблема – то, что этой формуле соответствуют сразу два разных вещества. Так и нужный нам этиловый спирт вверху, так и ненужный нам диметиловый эфир внизу. То есть конкретики нет. И еще большая конкретика теряется, когда мы вспомним, что такое соотношение атомов 2 к 6 к 1 – это не обязательно 2, 6 и 1. Это еще 4, 12, 2, 6, 18, 3 и так далее. И там формул еще больше. То есть пока ничего не понятно. Поэтому следующий метод анализа – это масс-спектрометрия.
Масс-спектрометр будет на следующем слайде, я пока вам расскажу об основном принципе работы. Масс-спектрометр загружается в вещество, оно бомбардируется электронами. Эти электроны сначала ионизируют вещество, а потом могут его разваливать пополам как-то, ну, на какие-то несложные кусочки. Каждый этот кусочек имеет свой заряд. Есть физический закон, который говорит о том, что в магнитном поле, которое вот там вот прилагается, видите, магнит написано, в магнитном поле заряженные частички двигаются по окружностям разного радиуса. Причем этот радиус зависит от массы частички. Соответственно, частички с разной массой будут двигаться по окружностям разного радиуса. Именно так они детектируются. Рассмотрим же все-таки масс-спектрометр. Это вот такая вот большая коробка, в которую мы загружаем вещество, и оно там бомбардируется электронами. На что же будет похож масс-спектр этанола? Вероятнее всего, развалится этанол по связи углерод-углерод, CC. Вот он развалился, да? Он развалился на две частички, одну CH3 и одну CH3O, или CH2OH. Масса первой частички 15, масса второй 31. Помним, что масса молекулы 46. 15, 31, 46. Следующий слайд – это реальный спектр масс-спектр этанола. Видим, что достаточно большой пик на там, где масса 31, да, интенсивность H100. Там, где масса 46 и 45, тоже неплохая интенсивность. И также есть какой-то пичок небольшой, там, где масса 15. То есть мы уже приблизительно знаем массу вещества, мы уже знаем точно, что это C2H6O, а не там C4H12O2 и так далее. Мы уже знаем, что максимум 46. Это хорошо. Уже какая-то конкретика появилась. Но все же еще недостаточно. Следующий вид анализа – это EMR-спектроскопия. EMR-спектрометр выглядит вот таким вот образом. В нем есть как основной элемент, в котором очень низкая температура. Для его поддержания, для того, чтобы снимать спектр, необходимы жидкий азот и гелий. То есть очень хорошая температура там. И аппаратная часть разная. Конечно, еще есть оператор с компьютером, который сидит и, собственно, снимает все эти спектры при помощи программного обеспечения и всего аппаратного устройства. На чем вообще основывается принцип действия EMR-спектрометра? Что такое EMR вообще? EMR – это ядерный магнитный резонанс. Многие из вас встречались с явлением магнитного резонанса, когда делали МРТ – магнитно-резонансную томографию. Принцип действия почти такой же. В ампулу, вот там вот она ампула, видите, в пружинке красной стоит, погружается вещество, и на него дальше воздействует магнитное поле. У каждого конкретного атома есть своя частота, в которой он колеблется в магнитном поле. Когда внешнее поле приобретает такую же частоту, наступает момент резонанса. Именно вот этот резонанс и фиксируется детектором и выводится в виде спектра. Спектр этанола выглядит приблизительно следующим образом. Здесь есть три сигнала. Вот тот левый, вот этот средненький такой расплывчатый, и вот этот высокий правый. Нам не важны вот эти цифры, мы их не будем разбирать, которые стоят в самом низу. Нам нужны цифры, которые написаны немного под углом 90 градусов. 2, 1 и 3. Также нам важно то, что левый пик на самом деле это 4 пика, средний это 1 и правый это 3. Сейчас мы разберем, почему так. Вот эти цифры синенькие, которые на 90 градусов повернуты, показывают, сколько атомов водорода содержится в каждом пике. То есть в левом пике это сигнал, так называемый, двух атомов водорода, средний – одного и правый – трех. Таким образом, вот тот левый пик – это сигнал атомов водорода А, потому что их два. Средний – это сигнал одного единственного атома водорода своеобразного. Это атом водорода С, зелененький. И правый, там интенсивность равна 3. Три атома одинаковых водорода – это у нас группа водородов В, красненькая. Теперь давайте разберемся, почему левый разделен на 4, а правый разделен на 3. Вот это вот разделение, либо мультиплетность, либо расщепление проявляется тогда, когда рядом с
сейчас внимательно, рядом с углеродом, у которого есть водороды, находится еще один углерод, у которого есть водороды. У нас есть два таких углерода, у которого есть водороды, и у которого рядом углерода тоже есть водороды. Давайте рассмотрим сначала группу B. Вот эти красненькие водороды, им соответствует вот этот сигнал, самый правый. Представьте, что вот эти красные водороды – это тортик. Те водороды, которые правее у атома углерода, синенькие находятся, это ножи, их два ножа. Представьте, что если мы возьмем тортик и вот так в него два ножа, сколько кусков торта получится? Три. Вот именно поэтому этот сигнал проявляется в виде триплета, то есть три таких печка. Теперь представьте, что берем группу А, синенькую. Этот теперь тортик. И рядом атома углерода есть три атома водорода. Это три ножа. Берем тортик, и в него три ножа. Так хоп. Сколько кусков тортика получится? Четыре. Вот именно поэтому вот тот сигнал состоит из четырех подсигналов. Почему вот этот, который посередине, сигнал не расщепляется? На самом деле просто плохой спектрометр. На самом деле он должен расщепляться, на самом деле другие тоже должны более сложно расщепляться. Но, как вы видите, во всем есть свои преимущества. Этот водород в данном случае не расщепляется, потому что он присоединен не к углероду, а к водороду. К кислороду. Простите. Вот. И, пожалуй, следующий метод анализа, самый сложный, но в то же время дающий самую точную информацию. Это рентгеноструктурный анализ. Он производится, по крайней мере, у нас в институте, при помощи такого прибора, как рентген-дифрактометр. Выглядит этот рентген-дифрактометр следующим страшным образом. Стоимость этого прибора очень и очень большая. Но что же там получается? Рентген-дифрактометр. То есть происходит дифракция, происходит что-то с рентгеновскими лучами. И действительно, рентгеновские лучи играют очень большую роль. Расскажу как можно более просто. Дело в том, что кристалл – это немного слоистая структура. То есть есть слой, слой, слой. Каждый атом в кристалле может отражать рентгеновские лучи немного по-разному. И когда у нас отражает верхний слой и отражает предыдущие слои, у нас может наблюдаться какая-то наложенная картинка, которая, ну, известна еще под термином интерференционная картина. После всех вот разных компьютерных обработок, после всех сложных расчетов, что мы можем получить, если мы сдадим этанол на рентгеноструктурный анализ? Мы получим что-то вот такое. То есть мы уже видим точно, где какие атомы расположены, в каком порядке. Мы можем посчитать, какие там длины связи, мы можем посчитать, какие там углы между атомами. И теперь вопрос, собственно, а почему все химики не берут, так хоп, на рентгеноструктурный анализ не поздавали вещества и все просто, зачем им все эти анализы? Причин на это несколько. Во-первых, по крайней мере, в нашем институте, достаточно дорогим является этот вид анализа. Во-вторых, например, элементный анализ делается 20-30 минут и получили результат. ЯМР-спектр снимается в течение максимум 10 минут. Это очень хорошего качества, обычно меньше снимается. Для того, чтобы получить структуру на рентгенодифрактометре, необходимо от 7 часов, в зависимости от сложности самой молекулы. И, в принципе, еще проблема состоит в том, что этанол – жидкость, а не кристалл. Поэтому, чтобы сделать рентгеноструктурный анализ для этанола, нужно очень хорошо извратиться, и просто так его не сделаешь. Конечно, есть еще много разных методов анализа, и со всеми с ними вы можете, кстати, ознакомиться. Это было последнее, что я рассказал. Проснитесь немного, это кофеин, вот вам немного его. Если вы хотите вживую видеть эти все приборчики, может даже посмотреть, как они работают, мы приглашаем вас на День открытых дверей в Институт монокристаллов, который находится на станции метро 23 августа. И это 14
ноября в субботу будет. Если вы захотите пойти, прошу написать мне. Мы вас запишем в списки, и вы сможете пройти, посмотреть на все эти сложные приборы. Спасибо за внимание.